Из этого я сделаю сердечко и подарю Насе. И так она будет меня еще сильнее любить, а то это Даша вообще задолбала. О, Данилечка, привет, а что ты тут делаешь? Сердечко люблю. Кому, мне? Нет, конечно. А что, Дашке? Нет. А кому тогда? Насте. А, Насте, значит. Ну ладно, ладно. Ты Настю случайно по пути в школу видела, а то ее как-то очень долго нету. Нет, не видела и видеть ее не хочу. Вот смотри, какое у меня есть полусердечко. Полусердечко? А где вторая половинка? У кого? Могло бы быть у тебя. А если ты Насте сердечко лепишь, то я себе другого жениха найду. Да ищи себе кого хочешь, я с тобой не собирался встречаться. Что форма какая-то, блин, получается. А знаешь, что я нет, давай я тебе помогу слепить, я очень красивая. Да не надо. Хотя, может, и надо. А ты его не испортишь? Не испорчу. Давай, кидай. Лучше не буду кидать, а то вдруг еще раз забьется. Вот. Аккуратно. Да ладно, ладно, аккуратно. Так, сердечко уже лепится. Что теперь слепить? Звездочка, сложно. Значит, цветочек. Какое я все-таки сердечко слепила. Какая молодец, но жаль, что не мне. Это будет стебелек. Ну что там, у тебя уже сердечко готово, а то Настя скоро придет. Смотри, какое у меня сердечко получилось. Ты что, ты чуть сердце мое не разбила. Видишь, целую, ничего не разбила. А давай я тебе помогу цветы слепить. Хорошо, вот, держи. Только лепи нормально, вот тебе еще розовый и черный. Я буду делать подсолнечник. О, проснулся, с самого утра уже траву косит. Да пусть косит, может для нас площадку нормальную сделает. А мне не нравится, раздражает. Ты скоро уже, а то Настя скоро придет. Я ей хочу и цветочек подарить, сердечко. Да все, все, уже доделаю, серединку уже. Успеем, ну вот твои Насти. Ну хорошо, молодец, только давай, пожалуйста, быстрее. Настя, я не поняла. Вообще, вот этой кобыле делает сердечки, вот эти вот цветочки. А я ему, значит, рогатку принесла. У меня уже цветок готов, давай уже свой стебель. Лучше бы мне цветочек, а ты подарила сердечко. Ага, вот какая ты мне подруга. Вот Даниэльку, значит, решила забрать. Так, хорошо, все, сейчас принесу. Все, быстрее давай, еще лепестки сделай. Какие стебельки? Может, листки? Лучше бы мне подарила это сердечко. Я бы тебе и конфеты, и сок носила. Это мне не сок, не конфеты. Давай быстрее это делай и неси сюда. Так, ладно, не слышу. Ай, что это было? Что случилось? Так показалось, наверное, вот. Сердечко, конечно, очень плохо, но что с цветком? Это такое некрасивое. Как некрасивое, я старалась. Ну, пофиг, все, иди. Ай, ты что это было? Да что случилось? Не кричи. Коза не подруга, патла ей повыдирай. Где там уже эта Настя ходит? И будешь у нее растать пластилин. О, привет. О, это... закрой глаза. Зачем? Ну, закрой, надо. Открывай. Это мое сердце для тебя. Это сердце? Да. Ну, спасибо, Даниэль. Вот зараза такая. Что это за сердце такое? Эй, это кто сделал? Что случилось? Не знаю. А это что такое? О, это тоже тебе, это цветок из ядерных пепел. Это цветок? Да. А знаешь что, Настя, я тебе правду скажу.
сердце и цветок лепила я. Зачем мне вот это твое сердце и цветок? Это вообще кто лепил? Зачем меня сюда впутываете? Вот скотина. Я скотина? Нет, нет, да, она. Потому что она обманула, это я все лепила, она только туда белые точки поставила, а я не хотела, да, чтобы начала. Я не знаю, кому сейчас верить, тебе или ей. А знаешь, что наш я подумала? Ты взрослая, Даниэль маленький, ты ему не подходишь, а я ему подхожу. И вообще, отдай мне мое сердце. Зачем мне твое сердце? Оно у тебя в груди. А ты вообще, Даниэль, нормальный, завел себе полкласса невест. Где вообще твоя предыдущая невеста? Да они сами ко мне приставили, на ком я не женился. Вот значит, сейчас я вам всем отомщу. Это вообще что такое? Дай посмотри. Это стрела какая-то. Это любовная стрела. Ты мне сердце разбила. Начинай. Смотрите, у меня тоже такое. Я не понимаю, откуда это, что дом рушится. А ну давай кидай, что тебе там прилетит. Это вообще что такое? А Майнкрафт что-то такое. Фу, противно на них смотреть. Где их парочку? Что, ты пойдешь со мной в силу? Ты что тут делаешь, ты? Я сейчас заберу у тебя это. А это откуда у тебя запрещенных вещей? Я не скажу. Не скажу. Не скажу. Так, вот туда иди. Так это Дашка стреляла и дергала меня за волос. Да я стреляла. И вообще, что вы у меня Даниэля уводите? Одна и вторая. Вообще, Даниэль, ну ты что вообще? Ну мне Настя просто больше нравится, а с тобой я буду просто дружить. Ах, дружить со мной будешь? Я же с рогатку возьму и тебе по башке дам. Да, правильно, правильно, Даша. Только не Даниэлю постучи по голове, а Насте. Это кто там пищит? Сейчас тебе по голове надаю. Где Валентина Ивановна вообще? Добрый день. Добрый день. Сонная все-таки. Че не садишься на место? Да, Валентина Ивановна, короче, Настя меня била. Как это била? Настя, ты что вообще? Что? Я ее била? Смотрите, что она принесла. Она принесла запрещенку в школу. Она у нас кидалась вот этими вот стрелами. Как это называется? Вот именно. Она еще сказала, что если я не буду с ней встречаться, то она мне этой штукой залепит в волосы. Это правда? Так, короче, Валентина Ивановна, смотрите. Вот я принесла эту рогатку для Даниэля подарок. Вот, чтобы стрелять воробьи. Ой, ну, стрелять, короче. Вот. И они у меня парни украли. Вот одна и теперь вторая. То есть ты стрелялась? Нет. Нет? Нет. А кто стрелялся? Не знаю. Ангелина, ну правду расскажи. Валентина Ивановна, да, это правда, что она стрелялась. А еще дергала меня за волосы. А вот там вот мои волосы лежат, блин. Господи, Даша, ну такая вот вроде бы маленькая, хорошая девочка. Что это такое? А ну давай сюда, рюкзак, давай. Давай быстрее. Заходи сюда. Знаешь, зачем я тебя сюда позвала? Нет. Нет? Присаживайся. Нет, блин. Да, угол бузера. Это все нечестно. Ну что, ребята, просили бы меня, чтобы у нас было что-нибудь легкое, развлекательное, потому что уроки вам надоели. А мне надоело то, что вы постоянно балуетесь. Я решила проверить вас на память. И не таблица умножения, не какие-то там зачеты, вычеты. Мы с вами будем очень интересную игру. Ура! Наконец-то не уроки! Ура! Это правда! Конечно же, ура! Вот сейчас мы и узнаем, у кого из вас у нас самая лучшая память. Для начала я попрошу вашу помощь. Мне нужно будет, чтобы вы сделали шарики. О, а можно мне? Можно розовый? Ну, девочки, ну, боже мой. Так, все. А что все? Нет, мне надо разноцветное, пожалуйста. Держи, а ты вот такой бери. Раз, два, три. 6 штучек нам надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сделайте, пожалуйста, ровненькие, красивые шарики. Хорошо? Хорошо. Вот сделайте, позовете. Ну, прикольно. Ой, давайте, пожалуйста, быстрее. Смотрите, у нас есть у каждого по 6 стаканчиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6 с одной стороны и 6 с моей стороны. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Я на эти стаканчики, на свои, положу ваши шарики. И человек, которого я приглашу к себе, посмотрит на них, запомнит, и я закрою. И человек должен будет выложить на этих же своих такие же шарики. Понятно? Все, шарики мы сделали. Да, что дальше? Да, что дальше? Так, девочки, давайте мне сюда, быстренько, и начинаем. Давай. Первая будет Ангелина. Вот сюда, да? Да, ну, может, просто вот так. Ничего страшного, просто вот так. Давай. Все? Да. Все, Наташенька, иди на место. Ангелина садится напротив меня. Ну, давай. И мы делим с тобой цвета, чтобы у нас было с тобой одинаково. Видишь, что не надо их соприкасать, потому что они прилипают. Да? Все, да. Вот так. И теперь ты закрываешь глазки. Слипаются, я даже не знаю, что он так слипается, этот пластилин. Такой, конечно, прикольный. Закрыла глазки, закрывай глазки. Глазки закрыла, не подглядывай, пожалуйста. Слышишь меня? Угу. Вообще не подглядывай. Наша образовательная школа. Итак, ну что, ты готова? Да. Это вообще легенькое. Ну, у нее вообще ничего не получится. У меня вообще-то все получится, поняли? Ну, раз готова, у тебя есть 3 секунды рассмотреть. Раз, два, три. Начинай. Ну что, получается у нее? Да, получается. Там ничего не видно. Я открываю. Что? У нее все правильно! Я вообще в шоке, скажу честно, я думала, ну это тяжело, а оказывается это вообще легко. Какая? Что я могу сказать, если все такие будут, то нам нечем будет заниматься. Она подглядывала точно, 100%. Все, иди на место, умничка, и ко мне выходит Даниэль. Да все получится у тебя, Даниэль. Давай, аккуратно. Давай. Ну что, Даниэлечка, только не подглядывать, это же самому даже интересно. Как будет? Может, она мне так поставит? Так, запомнила. Ну что, на раз, два, три ты открываешь, а я поднимаю, у тебя есть 3 секунды. Ты глазики уже можешь открывать. И раз, два, три. Раз, два, три. Ты бы слишком быстро считала. Ангелине медленнее было. Я согласна. Я не помню. Ангелине ты нормально или не делала, это нечестно. Ну, все, я наугад. Давайте. Ну, да точно, нет. Все уже? Ну, точно, да, все, да. Ту-ду-ду-ду. Я еще быстро считала. Ну, давайте посмотрим, сколько цветов Даниэль неправильно поставил. Раз. Два. Четыре. Три. Ну, три цвета неправильно. Ну, такое, что-то 50 на 50. Мама, ты слишком быстро считала. Я согласна. Хорошо, давайте еще раз, я посчитаю. Да, это так нечестно. Ну, пусть уже, может, правда. Ну, так, пусть будет. Раз, это честно. Два, хорошо, три. А ты считала так? Раз, два, три. Да. Это закрывай глаза. Давай. Что быстро? Приготовился? Да. Раз, два, три. Все. Ну все. Ты уверен? Все, да. Все. Ну что-то еще. Ну давай, надо точно все? Ну да нет. Ну это как-то. Ну что-то еще поменяй. Ну, Даниэль, ну ты издеваешься. То все было то же самое. Просто тебе дала шанс доставить назад, а ты не доставил. Давайте я. Пока. Иди на место. А я думала, это легко. Ну, давай, Настя. Давай, Настя. Ты не сможешь. Ну что, давай. У тебя ничего не получится. У меня все получится, как и с скатертью. С какой скатертью? Ну, в лагере то, что дернуть надо, и посуда останется на скатерти. Ага, это когда вы все еду для директора рассыпали по столу. Это все был Даниэль и Паша. А у тебя лучше всех получилось, да? Да, да. Я поняла. Попкорн рассыпался. Ну что, глазки? Закрывайте. Давайте. Только по-честному. Прям сильно хорошо. Да. Приготовилась? Даниэль, да ты не расстраивайся. Просто тебе нечестно считали. Согласен. Просто... Ангелину мама слишком любит. Просто у меня хорошая память. Ну что, Настюш, готова? Ну да. Можешь уже открывать глазики, привыкать к свету. Да? Готова? Да. Тебе быстро или медленно? Ну, давайте, как получится. По-нормально, да? Да.
Итак, приготовилась? Да. Раз, два, три. Не получится. Нет. Нет, не получится. 100%. Неправильно, Давид, ты неправильно поставил. Все, неправильно. Да. Все? 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 Открывать? Нет, подождите. Ну все, это нечестно. Открывать? Дайте мне второй шанс. Когда зачем? Открывать? Ну ты же еще ничего не сделал. Ну давай. Открывай? Да. Ты молодец. Вот видишь, ты не веришь в себя, получается. Ты сразу поняла. Я думала насчет тактику поменять, но нет, потом... А я думала, вот это неправильно. Да. Ты умничка. Смотри, Петюня. Молодец. Иди на место, подошёл ко мне. Данилька, пожелай мне удачи. Это тебя ничего не получится. Все получится. Да, помоги-то. Приготовилась? Да. Только глазики по-честному. Хорошо. Подглядываем. Тебе тоже мама очень долго считала. Вообще-то мне память хорошая. Ты сам видел, что я сомневалась, но в итоге вот. Ну да, мы с тобой лучшие. А вы с ней вообще? А тут наоборот. Ну что, Дашенька, можешь открывать глазики, привыкаем к свету. У тебя будет 3 секунды. Приготовилась? Только медленно, пожалуйста. Ну, хорошо. Давай. Раз, два, три. Сейчас, это было четвертое видео. Нормально. Что, перепутала? Ну? Да. О, сейчас. Ты все перепутала. Даша, тебе помогаю. Я не знаю. Там цвет другой. Так не подсказывайте. Нет, цвет такой. Нет. Все, заканчиваем? Сейчас. Нет, все, вся. Вот так. Это остаточный вариант. Все, остаточный. Молодец. Yes! Ну, молодец, скажу видели, честно. Видели, вот как видишь, я могу. Первое мнение всегда важно. Да, это было очень хорошо. Иди на место. Давайте еще. Давайте. Ангелина, иди ко мне. Так, мы можем с Дашей начать вот так. Да нет, посмотри. Глазики закрывай. Давай, да? Неудачница. Ты неудачница, правильно? Видишь, как они против тебя сразу, да? Все, и ты так хорошо прям закрой. Что-то мне кажется, ты подглядывала. И я так... Сделаю по-другому сегодня, этот раз. Вы видели, какое у меня было тяжелое. Да, у тебя было вообще самое тяжелое. Вообще, один шарик, и это так тяжело. Mm-hmm. Вот цветами, вот это вот uh-huh. еще. Какое вот тяжело, вообще. У тебя был один шарик. И этот было, надо запомнить, куда его поставить. У тебя было целых... 3 секунды. Раз, два, три, четыре. Нет, у тебя было... Вот, 4, а не 3. Так, я считала вот эти стаканчики. Нет, ты считала вот так. Да. И на рандом поставила. Это мама тебе подыгрывает. Так переставила, когда ты ставила. Нет. Да. Так, тишина, пожалуйста. Хорошо? И сейчас я открываю. А ты глазик открываешь. Давай. Приготовилась? Да. 3 секунды у тебя будет. Давай, неудачница. Раз, два, три. Все, она проиграла. Блин. А так хорошо начинала. Если честно, я тоже не запомнила. Я тоже. Все. Да, нет. Все. Нет, все. Ну давай. Все. Все. Да, все. 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 Да. Блин! Все неправильно. Тупо все. Нет, одно. Нет. Один неправильно. Один неправильно. Ага. Ну, надо собираться. Смотри, у тебя первый раз вообще отлично все получилось. Давай, ты. Значит, ничего. Ты подглядывала. Ничего. Нет. Все, Ангелиночка, иди на место, а ко мне выходит Данилька. Все, желаю тебе удачи, Данилька. Спасибо. У тебя все получится. Неудачница, а еще говоришь, что у тебя хорошая память. Ага. То есть я тебя. Тебя. А ты на себя. Он сможет. Не думай. Глазики. Даниэль, прям очень. Нет. Давай, Данилька, ты сможешь. Я закрою, я поняла, что у нас... Такое, может быть, Ангелина и правда подговаривала на прошлый раз. Мне тоже так кажется. Просто... Мы просто очень медленно считали. Да? Да. Да. Данилька, ты смотришь. Ну что, я думаю, можно начинать. Давай. Приготовился? Давай, сможешь. Да не трогай ты. Давай. Вот это.
Давай. Ну, давай. Готов? Раз, два, три. Раз, два, три. Ты забыл. Давай, Даниэль, сможешь. Я запомнила. Я тоже запомнила. Два цвета. Ну тут стакан. Да, да, я была. Не подсказывать. Я просто... Проиграешь. Нет, проиграй. Нет, да. Неудачник. Удачник. Удачник. Да, я удачник. Это мой любимый парень. Невеста. Я ничего не помню, скажу Марен за жениху. Все? Все, по-моему. Не, я понял, по-моему. Ну все, давай. Не-не-не. По-моему, на реакции уже понимаю, то, что это все неправильно. А ты цвета вообще запомнил? Нет. Так а зачем ты? А давай вот это. Ну, значит... Вдруг повезет. Я уверена. Все? Нет. Мне желтый хочет. Нет. Ну, все, время вышло. Все, да нет? Ну все, время заканчивается, я показываю. Ничего. Ну вот эти два запомнила. То, что здесь не было, не запомнила. Все, что давайте я забыла, что здесь был зелёный. Что-то вы, давайте так, тогда соберитесь, есть, потому что вы проигрываете. Мне не нравится. Но склонна. Все, Даниэль, давай на место. Ну, это не годится. Можно еще? Ты мне здесь не нравится. Нет! Все, все, уходи. Так, ну давай, ты удачница номер два. Не расстраивайся, это только игра. Мама, я на тебя обиделась. Уже было как Ангелине построить сюда. Давай, неудачник. Вообще. Фу. Ничего не запомнишь, поняла? Да-да-да-да-да-да-да-да. Давай, давай. Не трогай. Буду всех трогать. Не надо трогать. Ну что, Настюша, глазики мы закрываем, только по-честному. Очень хорошо закрываем глазики. Давай, давай. Вот так. Глазики у нас закрыты. Ты видишь, что ты подглядываешь? Закрыты, хорошо. У тебя глаза, у тебя глаза открыты. Я все вижу. Не, у нее нет. У нас хорошо. Я уже закрыты глаза. Все, что за неделю? Нет. Приготовилась? Да. Открывать? Да. Ну, открывай пока глазики, давай, чтобы глазики давай, к свету давай, привыкли. Теперь внимательно ты смотришь. Не у тебя есть 3 секунды. Нет. Хорошо? Да. Приготовилась? Раз, эй, два, привет, три. Привет, ребят, привет. Так, и тут один смел. Я запомнила. Тут неправильно, честно говорю. Это подсказка. Да. Я тоже. А я так думала, что там вообще все понятно было. Я со своим сердцем. Давай, 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 время. Мне тебя жалко, но там... Я думала, ты это запомнишь. Поменяю желтый цвет и розовый цвет. Уверена, да? Да. Точно? Да. Было бы все правильно, это было бы так. Вот мы говорили. Все правильно! Да, это не правило! Что? А вот так. Ну, давайте хотя бы половину балла. Не-не-не! Ты проиграл. Все, иди на место, давай, Даша, ко мне. Мама, а так была права вообще. Мама, молодец, что я ей не подставила. Точнее, ну, не переставила ей цветочки. Цветочки. Цвета. Глазики у нас хорошо закрыты. Конечно. Я уже закрываю, потому что я вам не доверяю. Из-за этого теперь у нас так происходит все. Потому после что... Ангелины. Не знаю, после Ангелины или после Ангелины. Что? Да нет, ты меня поддерживаешь. Нет, не поддерживаешь, Даша. Она не удастся. Даша, у тебя все получится. Ой, спасибо, спасибо, я ничего не слышу от Ангелины. Любовь, спасибо. Даша, ты мне еще шоколадка должна. Конечно. Все, ты готова? Да. Открывай глазики. Сейчас. Сейчас. Соберись. Все, давай. Только медленно, вы сейчас. Ну, быстро. Ну, все? Да, да, да. Давай. Ты готова? Все, давай. Да, я открываю. Раз, все получится, все получится, все получится, три. Все получится, все получится у тебя. Даша, у тебя все получится. Все получится. Молодец, Даша, 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 Даша. Даша, Даша. Да, да, все правильно, молодец. Нет, неправильно, Даша. Да, правильно. Нет, неправильно, все. Даша, ты же не доверяешь. Правильно, правильно, да. Правильно. Да. Неправильно. Правильно. Неправильно. Все. А я забыла правильно. Ты уверена? Да. Нет, неправильно. Они говорят, что я. Да, да. Неправильно. Я же говорила. Что? Я же говорила. Не желтый, а не розовый.
Я говорил тебе, а ты мне не верила. Ну, она сейчас посмотрела, вот что у меня стакан вот этот. Зато, первый раз все хорошо. Зато у вас теперь будет хорошая память, будет развиваться. А что нам будет за то, что За это будет 12 баллов. Что? А за какой предмет? За предмет. За все предметы за год. Физкультура. Почему? Все, ребята, мы с вами... Тоже хорошо, мы с вами заканчиваем, потому что достаточно... Можно еще поиграть. Один раз? Вы можете потом поиграть без меня, я ухожу, а вы просто уже на перемене сейчас поиграете. Хорошо? Хорошо. Все. Да. Все, удачи. До свидания. До свидания.